Многие отваживаются о ней думать достаточно долго для понимания, что это такое же чудо, как и жизнь. Ведь покуда кто-то, чья душа ранима уже лишь мыслью о кончине, стремится максимально оттянуть этот момент, кому-то она приходится спасением и избавителем. Но... уж тем более единицы задумывались о том, каково ей самой среди ее тяжб. Одинока ли она? Устает ли она? Вечность, полнящаяся мириадами оборванных жизней, во благо ли она или уже сродни проклятию? Может ли быть такое, что она завидует нам? Нам, чей срок конечен, нам, чьи души получают новую жизнь, новую историю. Сколько раз она уходила лишь ей одной известными тропами, вечно одна и одна в вечности. Эх, как же мне жалко следующего человечка, который падет от моей руки. Сколько лет я уже этим занимаюсь, и ведь это работает. Я смог найти секрет бессмертия. Встреча с этой напастью мне не грозит. Скажи мне, на кого открыть охоту в этот раз? Я ничего не понимаю. Кто ты? Раньше я тебя здесь не встречал. Привет, мой дорогой друг. Я знаю, что ты уже много лет скрываешься от меня, но уже скоро придет твое время. Что ты вообще такое и как попал ко мне? Мое имя Смерть. Я существую столько же, сколько существует этот грешный мир. Много людей пыталось избежать меня, но я все равно рано или поздно добиралась до них, до всех. Это естественный процесс, и я не жалею никого. Ни старших, ни младших, ни богатых, ни бедных, ни злых, ни добрых. Передо мной все равны. Не существую я, мир давно бы стал слишком тесным для каждого из живых. Это всего лишь моя работа. И вот я до тебя добралась. Нет, нет, ты не можешь добраться до меня. Я бессмертен. Скажи, ты читал сказку про Кощея Бессмертного? Он тоже считал, что может жить вечность, и я в его дом никогда не постучусь. Но вот пришел Иван Царевич и принес меня Кощею на кончике иглы. А в итоге и Кощей, и Иван Царевич, и Василиса Премудрая, их дети, внуки, правнуки, все они в конце концов встретили меня. И все оказались в равных условиях. Зачем же ты явилась мне, Смерть? Какой смысл в том, что ты пришла ко мне в этот самый час, когда я чувствую себя могущественным и непобедимым? Раз уж ты нашел бессмертие, то знай, что твое бессмертие тоже не вечно. И вот наступила эта пора. Пришло время и тебя мне с собой забрать. Да. Нет, ты не можешь меня просто так взять и забрать здесь и сейчас. А разве я говорила про это самое время и это самое место? Ты жди, я к тебе вернусь. А пока у тебя есть время подумать о том, как ты дошел до жизни такой. Я мог быть обычным человеком, у меня была любовь, но все изменилось в одночасье. Дорогой Георгий, извини, что я не сказала тебе об этом раньше. Дело в том, что мы больше не можем встречаться. Да, я понимаю, тебе сейчас будет тяжело это принять. Но пойми, что мы не подходим друг к другу характером, и нам надо разойтись. Но ничего страшного, я уверена, что ты сможешь найти человека, который гораздо лучше, чем я. Спасибо за эти прекрасные 2 года, которые мы были вместе. Прощай, твоя Анастасия. Мое сердце было разбито. Я видел ее теперь лишь как потерянное время. Чтобы сгладить боль, я начал вынашивать план мести, и я смог придумать его. В одной очень старой книге, которую я нашел в местной библиотеке, описывалось, как можно обрести бессмертие. Это было для меня откровением, и я, которому нечего особо терять, решил им воспользоваться. Моя, теперь уже бывшая девушка, уехала, но ее парень решил немного задержаться, чем я и воспользовался. This party is too hard party. Oh my god. Oh my Бежать прочь. В те моменты я и начал терять человечность, превращаясь в безжалостного монстра. Именно потеря человечности для меня и стала ценой, которую я заплатил за то, чтобы почувствовать вкус бессмертия. Ночь мне приснился сон, где я хожу по высокому земляному валу в каком-то небольшом городке. И я чувствовал, что она за мной идет. Смерть, тебе не догнать меня просто так. Я выбрал этот путь, и это мой выбор. Пусть он и такой чудовищный и бесчеловечный, но это мой выбор. И тебе, смерть, нечего гоняться за мной. Я увидел сгоревший дом. Неужели это же тот самый дом, в котором я когда-то жил? Это же тот самый дом, в котором я провел детство и юношество. Это тот самый дом, из которого я сбежал при первой же возможности, оставив своих родителей. И к чему я теперь пришел, оставив родителей и уйдя с молодой девушкой? хочешь устроиться на квесты, ну, блин, я тебе очень советую. Ну, я сам там, конечно, неделю-две работаю всего, но, блин, я там столько повидал. Пришла, значит, группа, их там человек 6 было, ну, в общем, до конца один только дошел, представляешь? И там, значит, самые страшные такие скримеры, и надо дверь, в общем, отверткой открыть, надо выбрать там. И я специально, короче, отвертку положил не ту. И, блин, он, короче, там так пищал, ты бы видел. Ага. Да, ты мне на карточку там пару миллионов накинь. Да? Кстати, я даже и не видел. Было. С ума сойти. Сейчас заберет у тебя то, чего тебе так дорого. Твоя жизнь. Теперь я уже не мог остановиться. Я видел в каждом потенциальную жертву. Но мои познания в черной магии стали давать плоды. Теперь у меня был артефакт, который помогал мне найти жертву. Ну, кто первый? Я туда не пойду. Че, боишься? Ну еще выйдут, и что сказать-то? Здрасте, мы... А ничего не будем говорить, просто побежим. Никого нет? Они, походу, пьяные, смотри, есть бутылки. Ага. В какой-то момент у меня на пути встал человек, который мог мне помешать, и я решил действовать. Здорово. Эй! Ходи. Вот, короче, смотри, вот эту фигню надо убрать. Вон там тоже, короче, и вот здесь. Но сначала, короче, это сарай, скорее всего, начнем, да, получается? Вот. Наверное, да, блин, зачем я на это подписался? Ты же, говнюк, меня в покер просрал. Черт, ну давай тогда вообще все уберем, давай и кота твоего тоже уберем. Я тебя уберу. Сарай, короче, начнем сейчас быстренько. Пошли. Чувак, я припаркую свой вел где-нибудь вот здесь. Так что ли, где ты его припаркуешь? Я тебе сказал, вон туда, туда иди. Ты сказал, можно? Я тебе ничего не говорил, можно тут. Так, короче, на, бери перчатки. Отлично, а то не хочется голыми руками копаться в 200-летнем мусоре, не так ли? Ой, это ты свой мусор в комнате видел, нет, а? Там даже жопы сесть негде, блин. Судя по тому, когда последний раз там упирались, там сам Сталин, блин, курил и бычки так. Черт, у меня там обычно мамка убиралась, просто сейчас я уже давно живу отдельно, я же взрослый как-никак. И теперь там никто не убирается. Эх ты, маменькин сыкун, а? Я тебе дам маменькину сыкуна. Может тебе... Люлечку погнать! Ё-моё! Здесь запах! Я не знаю. Как из жопы твоей мамки! Черт! Черт! А, ну короче, вот смотри. Что это? Я знаю, что это. Вот смотри, короче, вот это вот все сейчас убираем. Вот. Как думаешь, много времени это займет? Не знаю, блин. Ну, начнем? Ну, давай, чё. Смотри. Да к твоему велику подойдет, нет? Отвали! Столько дерьма, я до завтрашнего утра не разгребу, чувак. О, смотри, что я нашел для тебя. А? Смотри, мать что... твою! Смотри, что я нашел, а? Иванушка, маменькин сыночек, оп! Отвали! Слушай, а ты не боишься здесь жить? В каком смысле? Ну, я слышал, по твоему району прокатилась целая серия жестоких убийств. Не знаю, кто это делает и с чем это связано, но... Я уже целую кучу материала набрал по этому поводу. Что-то у тебя здесь происходит неладное. Ой, не знаю, опять какие-то, скорее всего, какие-то твои детские баки. Я лично ничего не слышал. Шутишь? Весь интернет только об этом и говорит. Какой еще интернет, блин? Интернет, в котором мы сидим. Что-то я запарился. Пойдем передохнем немного, а? Как уже? Мы всего четверть часа работаем, чувак. Давай поработаем еще. Ой, блин, а пиво само себя не выпьет, а? А, давай, ну хорошо. Пойдем. Твою мать, я же его в морозильнике оставил. Но вот это, о, Иванушка, это я возьму с собой. Черт, ты меня теперь всю жизнь этим будешь троллить, да? Опа! Опа! Тебе эта кукла что, покоя не дает, что ли? Все, пойдем пить пиво. Пойдем. Славно поработали, Михаил. У меня все болит. Спина, руки, шея, ноги, голова. Знаешь, пару месяцев такой работы без отдыха, и я стану кочилой. Ну вот ты и заслужил свой стакан пива за свои 15 минут. А знаешь, мне никак не дают покоя эти статьи в интернете насчет убийств, которые прокатились по вашему району. Все это как-то слишком странно, массовые убийства. Да, все, хорош, не принимай все это близко к сердцу. Это опять это вот... Балабольные СМИ, это все дела, знаешь, это, знаешь, мне кажется, это все бред сивой кобылы. Такого раньше ни разу у нас не было. У нас же тихий, спокойный городок. Чем мы такого заслужили, мать его? Давай, забей просто, Иван, забей. И давай, знаешь, нормально попьем пиво. Знаешь, уже темнеет, а я все-таки не на машине, а на велике. Че, мама наругает, да? Мне просто пора домой, мужик, серьезно, кончай. Ой, мою мамушку! Нет, мне серьезно пора. Вечером меня ждет «Игра престолов», новый сезон и тому подобное. Ну что, тогда завтра в то же время я пошел. тебе показать, где вы? А, не-не, я знаю. Ну, пока. К твоим рукам бесстыжим ничего не прилипло? Чуть не забыл, прости. Ты же уехал. Надо звонить. Звонить. Да быстрее, господи. Алло, диспетчер, соедините меня с полицией. Срочно! Что значит, блин, через 5 минут ты стерва? Быстрее! Где же вас носит-то? Что значит следующее? Теперь мой путь был расчищен, теперь никто не мог меня остановить. Ну вот я и вернулась к тебе. И что теперь? Что теперь? Я вспомнил все. Я соблюдал все. Ты не можешь меня просто так взять и увести за собой. Я бессмертен. Неужели ты так и не понял, что все эти годы ты жил за счет возраста своих жертв? Твое бессмертие длилось ровно столько, сколько должны были прожить убитые тобой люди. И каждый раз, когда ты, являясь в разных образах, уносил их жизни, ты лишь делал отсрочку от меня, но никак не достигал истинного бессмертия. Нет, 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 нет. Я не остановлюсь. Я и дальше буду убивать этих грешников. Они все этого заслужили. Извини, мой дорогой друг, но когда ты в последний раз смотрел в окно... Человечество уже много лет планомерно уничтожало самих себя. Бесконечные войны из-за пустяков рано или поздно должны были привести к этому. Эта планета давно ушла в такие проблемы, из которых ей уже никогда не выбраться, пойми. Черт возьми! И теперь, менее чем через минуту, произойдет взрыв и пожар. Тебя зажмет огромной бетонной плитой, и ты сгоришь заживо. Но меня послал сам дьявол, чтобы облегчить тебе судьбу. Давай без лишних разговоров. Жизнь всегда будет иметь конец. Каждая история имеет свой финал. Пока есть жизнь, буду жить и я. Смерть. Человечеству был дан шанс на то, чтобы создать новую жизнь. Но глядя на то, что уже многие тысячелетия вытворяют эти грешники, оно не особо и пользуется новым шансом. И чувствую я, что уже скоро останусь я здесь совсем одна. Одна-одинешенька. Среди чистой, девственной природы. службу